Всем привет! Середина октября, Латвия, город Вентспилс. И мы опять в лесу, хотим посмотреть, что как растет. Уже начинает холодать, уже я не знаю сколько сегодня, 10 градусов как-то. По ночам прохладно, наверное, грибочки будет, ну, уже меньше и меньше расти. Но все равно пока еще они есть, хотим пособирать. О, Алин, если рыжики, но если они будут, вернее, они-то будут, но червивые, всегда лень нагибаться, потому что вкусные рыжики, червивые. Это все рыжики, Алиш. Ну, просто, видите, если... О, нет, такой чистый, слушай. Некоторые, может, уже сейчас прохладнее стало, может, они чистые пошли. Ну-ка. О, рыжики. А не, ну, видите, чего. Во, Алина, уже есть. Подосинковые места. Вот. Хотим посмотреть, что тут и как. Мы были тут 4 дня назад, наверное. Понападали листочки. Эстетично выглядит. Но грибов может и труднее видеть. Ай, рыжики все старые. О, и у меня есть, все-таки выросли. О, вот такой свежачок. Свежачок. Покажи. Где? Покажи. Ой, какой красава. Спрятался под... Ой, ножка вытаскивай. А то... О, это мега красивый. Ой-ой-ой. Оранжевики как-то вообще эстетично, красиво выглядит. Сидит. Но это... Не, это подберезовик. Тоненькая ножечка. Вот такой. Ну, наверное, не будем брать сегодня. И просьба к тем, кто не подписался. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Это очень поможет продвижению нашего канала. Всем спасибо большое за подписку. И ставьте лайк этому видео. Большаки сидят. Ну, мы в прошлый раз, наверное, не заметили. Ой. Ой-ой-ой, мы не заметили, наверное. Ну вот этот большак, Алин, посмотри. Крепкий, хороший. Ну, ну а этот большак уже все, да? Ну ладно, пусть он. Ой, маленький сидит. О, красавчик. Во, Алин, ты видела? Я не успела. О! А вон там большой. Пальчик. Тут большой. Покажи. Ой-ой-ой, а что мы не видели в прошлый раз? Наверное, они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Супер, мега красавчик. Вот, суперский молодняк. А сейчас я вам покажу. Ну ладно, это еще нормальный. Вот это. Не заметили, Алин, мы в прошлый раз, мне кажется, его. А вот то, что мы точно не заметили, я вам покажу. Это мега-гигант. Наверное, такой брать не будем. Но сам факт, что он... Ведь они такие... Дождя не было и прохладно. Они такие становятся с такой суховатой шкарлупой такой. Во, ну посмотри. Ты забегаешь на другую сторону. Забегаю? Алин, подожди. А почему они такие выросли? Мы же не были сколько? 4 дня? Ну вон, посмотри. Гигант, Алин, нельзя так ехать через 4 дня, надо через 3. Ну, и что с этими делать? Ой-ой-ой, Алин, тут сидит бригада. Оп, бригада сидит. Ну вот, ну куда? Ну, так, шлагбаум. Во, внизу, видите, там под елочкой. Ну, такой ты не видел, Алин. 2 ствола, 1 шапка. О, и здесь, ну как так? Ой, и Масюсик, ну такой вот уже прохладно, не хочет он вылезать. О, малышик, о, видите, такой, ой-ой-ой, есть, сухой такой, с корлупошкой. Ага. Видите, как не ходи. Все равно что-то пропустишь. Вот мы пришли,
Мы же тут зигзагами проходили прошлый раз. Все равно большие сейчас нашли. Это значит, что мы не заметили их в прошлый раз. Я... А, ну видите, ну... Ну большой, ну это прошлый раз. Ну почему большой? Ну-ка. Ну, не знаю, кто как берет, да? Как бы он больше сухой, чем... Не симпатичный, ну да. И там сидят. Да, слушай. Не, ну почему? Это самые тошенькие, но они просто суховатые больше. О, они жжет, когда дождь не льет. Знаешь, сколько сейчас. О, ну вот тоже. Они хорошие, но, видите, трескаются эти самые из-за сухости. Дождя не было, я не знаю, сколько. Три дня? Не, никаких три дня. Пять дней или что? Неделя. О, прямо на поле. Ой, из-за сухости. Из-за сухости. Видите, как трескается голова? Чу. Не было такого. Ну, из-за сухости. Ну, ничего, конечно, он хороший, но сам факт. Мне кажется, меньше стало. Не расти. Почему они такие большие? Неужто они выросли быстрее, чем мы планировали? Ну, видите? Ну, как бы... Как будто на один день проспали, да? А. О! Тут на дорожке сидят. На дорожке. А вот это красивые, молодые. У-у-у! Ну, это вообще мега-супер. Вот это, Алин, красота. Возраст самый супер. И такой сочный, да? Уй! Во! Классные. Там моя корзина, там был гриб. А где? А, вон корзина. Гриб там? А, ну да. Грибок сидит рядом. Да, да. О, ну хороший, красивый, да. Это вообще мощняк, да? Да, да. Так, мы тут... Но все равно какие-то есть, да. Ой, по дебрям. О! Но все равно, Алин, мне кажется, мы один день проспали. То есть, во, посмотри, какой красавчик. Ну, красивый, во. Ну, вчера надо было ехать. Выросли уже такие, да? Ну, не старые, но уже такие. Большеватые чуть-чуть. Алин, косяк летит. Во, косяк. Ну, вот такие нам тоже нравятся виды. Видите, мне кажется, он хотел от меня спрятаться. Я все равно его увидел. Но, опять же, денек мы проспали. Денек. Денек проспали, но... Ну, ничего. О, а здесь самое то. А здесь, Алин, самое то. Слушай, тут те, которые хорошо растут, такие прямо... О, жирняки пошли, видите? Джж. Ну, красава. Вот это супер красава. Чистить мне особо нет возможности, да? Из-за того, что я снимаю, но ничего. Как-то потом Алина дома с этим справится. У меня тоже самое то. Два пупсика. Одного вообще не видно. Совсем он там в листочках. Пупсик такой симпатный. Рыженький. Ножка длинная уже. Опа. Вот это пупсики. Где-то я там еще видела. Его там уже кто-то поел. Пупсики сидят. Покажи пупсиков. О, и здесь пупсики. Пупсярики. Во. И два пупсярика. Ну просто мега. Мега. Супер. Здорово. Вот это симпотный, да? А-а-а.
молодушки. Ну как мы пришли отсюда? Это что? Это что? Ой, Алина, здесь! Куда ты не хотела идти? Здесь красавы! Один даже свалился. Ну, вот это супер красава. А вот это, ну, кажется, вот только-только он, ну, просто упал так. Дж-ж. А ну-ка. Ой, какой малышик. Малышик, видите? Дж-ж. Видите, как сильно влияет дождь? Ну, то, что, вернее, в этом году то жара, то дождя нет. И вот они так, ну, короче, по-другому немножко уже растут, где-то подсыхают, где-то нет. Ну, так. Ой, какой красавчик между деревьев-то. О, еще, да, сейчас. А, во. Чик-чик-чик. Ну, супер, молодничок. И вот там еще. Ой, точно. Сейчас, о. Раз. И вот здесь. Ты видела этого? Вот этого мощно. Красивые-красивые. Ой, какие дебри. О! А как мы его не заметили? Ой, видите, он такой уже подсохший. То есть он не старый, но он уже такой подсохший. Ну да, холода приближаются. Опять птичка ломается. Где? О, и там два, ты видишь? Не видишь? А я вижу. Во! Это Масюсик. А вот это? Ну, это тоже не старый. Ну, Алин. Ну, хороший. Ну. О, ты нашла? И я нашел. И я нашел. Красава. Покажи. О, супер. Супер. Оу, джж. О. Ну, красавчик, красавчик. Ой, а ты видишь гигантище? Гигантулик у тебя прямо под ногами. И там не только, Алин, гигантулик. Сейчас, о. Видишь, вот иди сюда, Алин. Но он хороший. Я не знаю, надо покромсать, может, его. А вот здесь, рядом с гигантищем, красотулище. О. Здесь вот все обходили 4 дня назад. Опа. О, ужас. Ужас. Какой красавчик. А, но. Но. Вы здесь сейчас не шли разу? Не знаю. Может быть и шли. Ну во. И вот все обходили. Я думаю, как они могли такие рослые быть? У меня единственное объяснение. Ну, конечно, они растут. Но за 4 дня те, которые рослые, мне кажется, они были вот, может, такими, и мы их не заметили, и поэтому они так. Потому что идешь, кажется, вот все обкосил, а все равно, видите, рослые находишь. Сидит на дорожке? Да не может быть. Где? Что? Эрвин. Купальня, ты искал купальню? Вот она. Нет? О, тогда мы куда-то мы вообще в дебри ушли. Ой-ой-ой-ой. Свинья-купальня. Но обычно тут вокруг не может быть. Алин, я нашел. Он думал, что он спрячется от меня. А я его увидел. Он такой с листиком. Значит, элитный. Ну посмотри, три сидят. Три! Алин, ну, раз. Симпапусик, где? Впереди тоже сидят? Ну как так? Ну, во, три симпапуськи. Еще здесь сидят? Ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Бедный Лёхаш. Ну покажи, ой-ой-ой, какой красавец. Ну, супер. Малышарик. А как будто мы здесь были, не? Мы здесь не были. Не были? Ой-ой-ой. Покажи. Ну-ка. О, это белый. Ну, Масюсик, и червивый. Зачем ну. ты червивый?
Ну вот. Ой, здесь в дебрях он сидит. В дебрях. Прям в дебрях сидит. Подосиное окно такое. Бедный высохший. Алина, это белый, по-моему. Ну-ка. Точно. Ну, смотрите, белый красивый грибок. Но такой, ай, весь червивый. Так, ну да, он червивый, наверное, весь сильно. Ой, вот еще красавчик. Вот. Вот. Оп. Короче, у нас, да, две такие полные надо положить, чтобы еще походить. Алин, а мы здесь заходили. Вот лично мы шли просто. Видишь, он просто сидит на дорожке, а мы его даже не увидели. Но мы опустошили ведра, два ведра. Ну, хотим еще чуть-чуть пособирать. Осенью, видите, погода тихая, спокойная, ветра так меньше становится, вообще идеально. Запах опавших листьев, супер. Я не заметил, Алина, как ты все видишь? Ой, какие они сухенькие становятся уже, ой-ой-ой. Ну, вот всякие такие маслята сегодня, но не собирают. Заелись мы с тобой, мы что-то не собираем. Ну да. О, сидит как ровный штык, но он такой уже хиленький, хотя он не старый. Сейчас труднее увидеть из-за изобильного. Ну, то, что листья нападали. Поэтому я думаю, ты к нему идешь. И два сидит. Видишь, посмотри, они молодые, но из-за сухости тоненькие. Ой-ой-ой-ой. Вот не хватает. Это вообще как сушеный гриб выглядит. Ну, знаешь, на зиму уже готовый, в лесу высушенный. Ну, посмотрите, рыжики. Иди, рыжики. Ну. Ну не, непонятно. Ну не. Они все изъедены червями, рыжики. Видите? Поэтому, ну тут, чтобы собрать корзину чистых рыжиков, тут надо особое усилие, наверное. Сидит шпулик. Шпулик сидит молодой, но видно, не напившийся воды. Поэтому он такой нехотящий. Ну, может быть, если дожди пойдут, обещали через 2 дня, что они немножко напитаются соком. Ну и рыжики. Везде рыжики. Ну и червивые, конечно же. Ну, рыжики реально вкусные, да. О, сидит шпулик. Сидит шпулик. Вообще не вижу. Ой, вообще не вижу. Ой-ой-ой, так посему упал. Ну вот, на ровном поле. Сухенький, бедный, мучается. Красавчик? Начинаем отсюда? Да. О, красавчик. Бедный. Видите, такая наш треснул. Вот тут, а? Вот тут. О, молодничок. О, тут линия. Видишь, какие они все треснутые? Ой-ой-ой, обломался. Просто, ой, как тут сидят. Просто вот когда через 2-3 дня обещают дождь, Алин, не? Тогда может быть... О, тогда может быть они будут сочнее. Поваленный, но он, я думаю, упал. Он не то, что кто-то собирал, да? Возле ведра тоже 2. Симпапусика. Алин, я говорю, что уже грибы сушеные в лесу. Сушить не надо на зиму. Здравствуйте. Видишь, здравствуйте. Я прошел и не заметил. Ну, ой, там еще 3-й. И там, ой, сушеные грибочки в лесу собираем. Ну. О. Симпапиарик. Симпапиарик сидит. Ой. Сушеныши. О, какой красотулик. Какой красотулик. Ну. Тюх. О. Ну. Ты как-то лучше видишь. Да, сухарь. Это сухарь. Во. Это назовем сухарь. Мухоморчики, да. О.
Видите, так они тут сидят на дорожках. На дорожках. Во! Ну тоже сушнячок. Ой, Аля, а ты видела его или нет? Как листик, да, сидит прям? Как листик прям сидит. Во! Супер. А вон там? Ну! Тоже вот издалека, видите? Как листик выглядит. Вообще не скажешь. А вот он сидит. Ну вот это уже такой. А, не, ну тоже сушнячок. Ну. О. Ну вообще, да, издалека так и не скажешь. Да, опавшее дерево — это хорошая штука. Грибы любят возле них так тусить. Таким мхом уже давно-давно деревья, наверное, лежат. Опята здесь были, они все уже вот здесь старые. Видите, вот это очень старые опята, когда мы там сколько, 10 дней назад или как-то не хотели их брать, а еще не знали. Но сейчас они уже все. О, сидит. О, сидит. Сгрызешь, ну и что? Он же хороший, просто то, что сгрызешь. О, это, наверное, тоже опята, но вот интересно, тот, кто знает. Это, не знаю, опята, не опята, брать не буду. Вот интересные такие, да? О. О. Ну, возможно, это такой вид опят, не знаю. Тоже мне. Грибник тоже тебе, да? Прошу. Ну, я же не вижу, прямо возле ног сидел, ну. Надо с тобой ходить. Ну, я не вижу, ну. Как-то мимо, вдаль смотрю, под ноги не смотрю. Ты увидела? Ну, вот осенняя... Трубчатые лисички, где они? А, ну вот, но они еще молоденькие. Да, ну скоро можно будет брать. Посмотрите, ой, ну они же хорошие, я не знаю. Брать не... Не, ну ладно, сейчас они молоденькие. Ну просто так хорошо, вот эти трубчатые лисички. Вкусные брать надо. Где? Я там шел. Точно, видишь, я... Ну я не вижу. Очки не взял, все. О, я не знаю. Смотри, вот. Что, я прошел мимо? Ну вот. Нет, ужас. Вообще не видно, малышик. Видишь, как он на уровне листья, да, изогнутая ножка. О. А здесь тоже сушнячок. Сушнячок. Это, наверное, под осиновкой, не под березой. О, только, Алин, прямо если идешь по дороге, так не видишь. Цвета листьев. А это что у нас? Это? Ну это тоже. Он просто такой сухой. Еще меняется. Ну а это что? Это же тоже. Ой, и здесь раз. И здесь два. Бедные. Бедные и сохшие. О, ну. Ой, бегу к Алине. Что-то она нашла. И по дороге хватаю грибы. О. Возле ведра. А, там мухомор. И рядом с мухомором сидит боровичок. Алина, он твердый. Во! Ну это красава, хоть и покусанная. Ну вообще. Это, Алин, покусанная красава. Ну. Такой твердый, не знаю. Или не? Съеденный. Они, нормальный, да, да. Опять косяк. Не знаю, гуси, лебеди. Дерево тоже красивое. Дерево красивое, да. Кто здесь терзал гриб? Ой, это я, может быть, терзал. Нет, это эти опята были. О. Терзатель. В смысле? Ну, видите? Ну, мега. Мега супер красотуля. Ой. И потресканные. И сохшики. Ой. Прямо на пути. Прямо на пути. Такой красивый. Ну, такой красивый. О. Ну вот, друзья, так мы погуляли, подышали воздухом.
лесным. Листья опавшие, ароматы. Собрали, ну вот, ну каких 3 ведра где-то, да? Вот получилось опять. Но вот так. Вот, наверное, пожарим. Порежем, пожарим. Часть просто жареный, как соус можно съесть. А часть морозилочку. Ну вот так. Всем спасибо. Всем пока.